твою, сука, ты ёбана! Верни всё, что ты спиздил. Не выход. Я развалил их, блядь! Ааа, блядь! Они бы тебя бы трахали, будь у них такой шаг. Тихо, ты завали, блядь! Завал там, бро. Уверен? А, ног дух, бро, прикинь! Да, ну, сука, ты ёб... Почему ты побежал туда, как окунь? Ёбаный в рот! Привет, бро! А ты слышал о таком сервисе, как Купикод? Во-первых, скажу, первая ссылочка в описании — это Купикод Gold. Это сервис для пополнения мобильных игр. Купикод — это не просто сервис для пополнения, это целая экосистема. Они делают упор на честность и на развитое комьюнити. Также я вам советую заходить на сайт, например, через Telegram. За это вы будете получать кэшбэк, ну, естественно, постоянные бонусы. Ну, а в будущем сможете за них что-нибудь себе купить. Ну и, разумеется, не забудь ввести мой промокод ZONE, который дает вам 5% скидку на любую покупку. Ну и, разумеется, здесь все как бы автоматизировано, и самое главное, вас здесь никто никогда не обманет. Поэтому напоминаю вам в очередной раз то, что ссылочки на них в описании, и на Купикод Gold тоже там. Они тебя ждут. А ну что же, всем уроки, привет, друзья, вас зовут Александр Зонгович, и сегодня мы со Степиком, если, скажи привет. Это я, всем привет. Вот, сегодня, значит, мы сидели, думали, что снимать, и такие придумали, будем от золотого кейса идти до Full 6, поэтому, ты уже на черном рынке? Я уже на цветном рынке, да, все верно. Ага, ты себе выбрал негритеночка маленького. А, хорошо, смотри, 1600. Лям 600, бро. Лям 600. Сейчас просто вот один раз, и с этим мы будем до Full 6 добираться, ты одновременно делаем? Давай, я надеюсь, что мне выпадет не бизон. Давай. Раз, два, три. МКшка! МКшка, Сталик, еще и золота. Ты конченый! Золотой Сталик МК? Да, бро. Золотой Сталик МК. Ты просто глянь. Стальной крон. А с какими эффектами? А, пуля с полным наконечником и умный прицел. Что значит эти штуки? Стального фронта урон увеличится на 25%. Плюс прочность, увеличена скорость перезарядки и скорость при прицеливании. А также снижается рикошет. Ну, короче, какой-то умный прицел. Первый раз я вижу такой эффект. И пуля с полным наконечником. Короче, надеюсь, что это... Это классно. А что у тебя? Хонибангер. Золото. Хонибангер, да, бро. Хонибангер, да, бро. Хонибангер. Золотой хонибангер. У меня тоже. Увеличит урон конечностям на 20%. Окей, найс. Ну что, мы, я так... Хонибангер. К нему чисто патроны и все, получается. Ну, получается, да. А ты такие, ты разрывные взял? Да, я, конечно, разрывы возьму минимум. Окей, тогда что, идем на первую карту и начинаем. Подожди, я еще не это. Боже, ну что... Конечно, хонибангер, бро, конечно. А тебе, я помню, в прошлом ролике в конце выпала МКшка. Да, золотая МКшка выпала именно в прошлом ролике, когда мне она уже не нужна. Да, конечно. Так, иди мы на пальчики, нахуй, в рот. Ладно, слушай, я, наверное, куплю еще дуло на него какое-нибудь, окей? Или глушитель, или дуло, сейчас посмотрим, что у него выпадет. А ты не охуел? Почему я не могу? А где мы можем фул накинуть, я думаю? Ну чисто на него, почему нет? То, я готовый, я его на него накинул. Как он идеально с моим костюмом сочетается просто. Все, полетели, аптечек нет, ну и кому они надо, естественно. Ну я думаю, слушай, ну это успех. Так, ну все, в принципе, я готов. Мы на первой карте, да, получается? Ё-моё. Мне интересно, вот люди, те, которые, будут знать, что у меня как бы МК Сталик, так еще и золотая, они меня будут любить или ненавидеть? Они бы тебя бы трахали, будь у них такой шанс. Ну, это, конечно, было чересчур, но ладно. Слушай, бро, нас заспавнило в другом месте. Да. Нас впервые на этой карте заспавнило в другом месте. Давай левые кемпики лутанем и пойдем сразу же вот сюда, вот там будут всякие ботики. Ботики, боссики, потом по шахте и до босса можешь добраться. Да. Окей. Боже, я тупо за три пульки убиваю бота. За три пульки. Он даже просто не успевает раздуплиться. Там курьер будет, оплатишь. Ой, слушай, он так приятно стреляет, он хонибангер. Тебе как вообще его контролить? Мне кажется, у него какая-то отдача слишком глупая. Ну, контролить тяжело. Отдача какая-то глупая. В плане того, что она прям дикая вверх. И я не понимаю, почему. Ну, потому что это хонибангер. Потому что нет рукоятки, бро, понимаешь? Поэтому такая дикая. Ну да. У него же нет рукоятки. Точно. Понимаешь?
Ну точно, а я забыл. В принципе, это первая такая карта, на ней особо ничего нету, какого-то движа, поэтому я думаю, нам бы направо босика, да? Через центр, да, или сразу. Иди сюда. У меня просто броника нет, бро, у меня даже первого броника нет. У меня тоже нет броника, бро, я не нашел броника даже в ботах. Бро, потому что ты кейсики, типа, не лутаешь почему-то на первой карте. Планшет выпал, прикинь! Да ну! А зачем ты через шахту? Тогда я просто буду поверху идти. Я специально на шахте оставил тебе вагонетку, чтобы ты быстрее меня догнал. Терпи. А ты на босса, да, вот это? Ну, я хочу до босса, да, в конечном итоге дойти. Окей, давай, тогда тупо на него. Я думаю, там люди будут. Так, бро, я тебя уже обогнал, поэтому давай, быстренько, догоняй меня. Кстати, сейчас мы проверим. Да, бат, ты, кстати, стоял. С первой тычки бота просто. Просто со мной? С одной тычки я уничтожаю бота. Я тоже особо много не наношу. Боже, какой у него звук приятный. Очень приятный. Бро, извини-ка. А, две тыки в тело, бро. Две в тело, серьезно? Да, две в тело, и все, и тип просто падает. Ой, я броню нашел, неужели? Слушай, а сколько я боссов убью в соло? Босс? Вот. Я понял, ну он уже сдох, бро, типа он уже умер. Он а почему синий? Он... Да. Может быть, тут есть какая-то... Окей. Ну, слушай... Вообще брони нету. Да, что? Броня выпала. Кажется, ты ничего не успел забрать. Я успел забрать первый броник. Наверное, твой. Я понял. Спасибо. На этом мы закончим. Ну, слушай, есть уже хотя бы какие-то хилки, но босс что-то отлетает прям очень быстро. Что, давай тогда сходим на еще одного и... Я не знаю... И на выход. Уже не знаю, будем пытаться на вторую карту. Да, мы еще ни одного не встретили типа, и, скорее всего... Мне кажется, где-то на центре. В прошлый раз, когда мы поднимались с нуля до плюс 6, если вы не видели этот видос, посмотрите обязательно на канале Зонга. Какой ты сегодня добрый, какой ты... Ты бы так бы никогда не искал, что случилось? Ты же моя бро. Понял. Короче, я думаю, в центре, в этом же месте, где-нибудь тут мы встретим снова кого-нибудь. Ребятки, тут ничего, никого нету. Так, ну ладно, я буду кейсики лутать. Мне-то, в принципе, ничего. Моя задача лутать кейс, и мало ли мне выпадет второй планшет, но пока что мне ничего не падает. Блядь! Что? Ёбаный в рот. Ну ты бы видел. Фу, блядь. Я не ожидал этого поворота событий, если честно. Я почти добежал до следующего босса, мне интересно. А, ты сразу до босса побежал, ты меня? Бро, про меня кто-то стреляет. А, это ВСС-ка на вышке, забей. А, окей. Меня напрягает то, что на мне первая броня, и меня какой-то тип реально может спокойненько убить. Угу. Но это не... Ну, нормально, я чисто даю один хит в голову и иду бить с кулака. Даже такой хуйней я занимаюсь. Да, даже такой хуйней я занимаюсь. Как-то близкий, наверное, хоть подлечиться чуть. Как же я жестко сейчас сделал минус 5. Ай-яй-яй. А стоп, там даже босса не убили? Ну, боты были наверху. Скорее всего, и босс, значит, есть. Ты хочешь сказать то, что мы с тобой заспавнились одни на всей карте? Ай, скорее всего. Мне кажется, что это бред. Мне кажется, кто-то там где-то задолжен быть. Ну, я не вижу никого нигде. Оп, ты че? Я, если тебя вообще не слышу, тут очень громко. Ну что там делаешь? Я босса пытаюсь убить. На свой же молик залез. На свой же молик. Тебе надо помощь или ты все? Да. Окей, я бью. Просто мало ли сейчас тебе тейпы какие-то в спину перебегут. Босс от меня убегает. Ты его напугал, что ли? Ну слушай, первая катка вроде что-то прям. Я убил босса, неужели, боже мой. И какой он? Ну с него упал пулемет целый, пневматическое оружие, и тут второй армор, если нужен тебе забирай. Ну я такое, думал, да. Ну все, в принципе, мега скучная катка. Никого типа не встретили, тупо пробежали. Окей. Чистыми 142 тысячи фенофар. 53. Нам нужен третья касточка. И, естественно, нам нужен третий броник. Окей. В принципе, у меня даже денег хватило только на вот эти вот два моментика. Ну все, я в принципе готов. Ты как? Ты в целом заряжен? Практически, мне буквально пару секунд. Теперь черный рынок. Покликаем здесь. Может, здесь что-то нам попадется интересненькое.
неинтересно. Хорошо, ставлю сразу продвинутый, чтобы нам попадались самые жесткие типы. Продвинутый? Да. Да ну, так мы можем себя потерять сейчас? Конечно. Так это очень рискованно получается. Ну, получается, да. Ну, а что делать? Я в деле. Ну, все, готов? Я готов. Полетели. А мы уже сейчас на полном таких, на полных щах залетаем на эту карту. Что, откуда у тебя четвертый рюкзак? Ты че, охуел? У тебя четвертый рюкзак? Меня спалили, кажется. Откуда у тебя четвертый рюкзак? Ты че, мудак? Меня хватило бабок, че ты? Так, в смысле у тебя хватило? Ты нафармил 67 тысяч. Ну вот, четвертый рюкзак по скидке выпал. Боже, о боже, читер. Ясно, понятно. Ставимся и бежим сразу. Откуда у тебя бусты, блядь? Ты че, охуел? Ладно, let's go. Отдыхай, нахуй. А ты думаешь, что здесь есть тип... Я не знаю, но у меня почему-то фрезер. А ты что, мимо пробежал? Сразу в центр? Да, конечно. Так сразу на бочку забирать рожочек. Ты что? Боже, ты что, настолько вот задрот? У меня подлагивает рожочек. Потому что на рожочке обычно есть типули. Они не у меня внизу тип. А, это вот. Ладно, забайтил на ботан. Найс. Что? Что? Что это будет? Ема, бро! Бро, бро, ты слышишь? Бро, если бро, если я сейчас просроем кашку, я тильтану. Они босса забирают? Бро, не надо. Они босса забирают, да, бро. Давай, аккуратненько. Я забинимаю вышку себе. Че, я занял вышку. Я прокинул им киберспортивную хае. Не, она не, вообще не киберспортивная ни разу. Не видишь. Я почему мне срать захотелось в такой момент? О, есть. Видишь, что ты сделал? Хорош. Сразу туда его. Да надо было приманить. Сразу? Хорош. Бро. Бах. Бах, он не умер. Отличный молик. Горит. Все так есть. Хорош. Грамотно делаем. Я чекну слева. Давай. Все, я тоже прохожу. Да, там чел, чел сидит за этим, за коробкой. Чекай меня. Бро, аккуратно. Бро, я бегаю. Бро, он спрыгнул. Он убегает? Да. Не, он тут. Бро. Хорош. Попался, где твой тиммейтик, мой маленький? Где твой тиммейтик? Он рюкзак скинул? Это я его ногнул. Нет, так ты его, так, кто убил, тот и лутает. Ты же не убил его? Ты же не убил его? Ну да. Давай. Кто убил, тот улетает. Убил. Все, ну, вот с чего? С него фиолетовое только дропнуло. Нет, дай. Верни мой рюкзак! И он что-то кричал, он маленький, он хотел, наверное, выжить. Ну ладно. Тут третий рюкзак и сайга, если нужна в боте. Нужно? Хорошо, у меня уже есть шестой рюкзак, я его добыл честным трудом. Это было очень сложно. Так, окей, погнали тогда на школу, здесь пусто, мы тут всех развалили. Так, получается, окей, наш скилл, да, получается? Ну да. О! Я умер, бро. Сзади. Я пытаюсь ползти, бро. Убей под одной бодай и пытайся резать срочно. Быстрее. Бро, там фул 6. Быстрее. Ко мне бежит упор. Сейчас будет за деревом. За деревом. Молодец, один слева далеко, пытайся поднять. Бота убери. Тихо. Что не сбери за стеной. Хорошо, слева сверху сейчас будет идти где-то. Да подойми. Тихо, ты завали, блядь. Он резает своего. Я развалил их. Даю молик за дерево. Один слева сверху где-то поднимался. Нет, он резает сейчас своего. Через такой себе. Ого. Хорошая. Не дамажит нас, проверяй, не дамажит. Так, бро, давай немножечко обойдем, нам нужно вверх занять. Я снопну. На, нахер. Хорош. Бро, там еще один, минимум. А где они? У тебя за спиной. Снопнул у тебя за спиной. Хорош. Бро, на мне. Бро, их двойка, и оба шестые. Аккуратно, пожалуйста, я тебя прошу. Один у меня в упоре. Снопнул. Бро, я его забрал. Хорош. Фу, сверху, бро. Еще остались все вверху, да? Сзади, бро, спина. Так, я моего шестерочку. Оп, чик. Ну он блин, какой? они не. Бро, тип попал. Тип. Хера. Да. Это штурм. Я могу еще типа сверху. Хорош! Боже, какой же у них тут раскид был лютый. А, что мы делаем? Либо сверху, либо какую сторону мы берем. Бро, он у меня упор. Ну. Есть. Хорош. Еще один упор. Пока что не вижу. Вот здесь.
забрал. Все, бро, это еще минус 2. Хорош. Nice. Вышка МП. Хорошо. Хорошо. Кстати, с МП5 почему-то все бегают. Бро, коряк, живой. Так я ему дал ног. А почему все бегают с МП5? Я не понимаю. Может, их раздают как-то, как миниганы? Ну, пойдем коряк жахнем тогда, я не знаю, что нам еще делать. Нам надо жахнуть его 100%. Так, типочка я пока что не вижу, я прохожу. Так, пока что дал ноликом туда на всякий, если они там есть. Да. Хорош. Дал ног, но это не тот, бро. Это не тот. Дал еще один молик. Даюха я. Я только один след на карте вижу. Может, вот тиммейт отбежав. Добил. А может спереди где-то? Может быть где-то спереди? Ребятки. Там был другой тип реально, он был в другом костюмчике. Ребяточки. Ну пойдем пробежим до места, где был босс. Слушай, ну боссика на школе забрали 100%. Поэтому я думаю, смысла туда особого идти нету. Я сейчас думаю, давай пробежимся, прочекаем. У нас должен заспавниться босс. Да, прямо сейчас, смотри, раз. Вот здесь вот. Давай, давай здесь. О, наверх. Ну слушай, нормально, нам по пути, пойдем туда. Боссика, я думаю, нам нужно еще на 100% забрать. Там уже будет видно. Ну пока что слабенько, у меня только 6-й рюкзак. Чисто себе залутал и все. Я думаю, уже если мы отсюда какой-то броник не найдем, то мы можем идти, наверное, на флулочку сразу же, потому что, ну, если нам отсюда не будет сыпать, тогда с такой типа пойти, пойти нулевыми. Рок на то, что типа мы первые заметим и убьем чела. То есть, понимаешь, что нас реально, нас пару пуль, и мы мертвые, понимаешь уже? Да, я шарю, но это нужно просто наперед как-нибудь отыграть. Хотя бы, может быть, четвертую броню купить. Я не знаю, у меня там она по скидке есть. Поэтому, может быть, я куплю себе четвертую, и можно, в принципе, этим уже как-то идти. А боссик у нас на какой минуте спавнится, я забыл. Уже заспавнился. Что? А почему не тут, не на моей метке? Лоу. Бро, жди меня. Он рандомно спавнится, забыл. У него есть несколько рандомных спавнов. Я хочу с тобой. Я хочу проверить вот эту вот МК, ну типа вот эту вот хуйню, сколько она вообще дамажит. Так, и где же боссик? Ты что там, в соло его бьешь? Я маленького бью. Бро, почему его почти не... Он что, обнаглел? Бро, его почти тупо не дамажит. Выделяем, посмотрим. О, у них фиолетовый, бро. Розовый, пятый. Пожалуйста, мне. Пожалуйста. Боже, какое ты чмо. Тебе просто все везет сегодня, я не понимаю, почему. Сюда, пятый. Скидывай мне все, что ты налутал. Так, средство. Окей, так выход где у нас? А выход у нас рядышком, слева, погнали. Скидывай мне, ёп. Погнали на выход и идем на последнюю карту. Ладно, я продам MP5 и будет найс. Какой выход, кстати, прикольный, редкий довольно-таки. О, что, не слышишь? Что? Ну, чел с коряка остался там и стреляет, пока... Вертолет вызвали, бро. На радиохе вертолет вызвали. Мы за 2 минуты не успеем, бро. Ты уверен? Уверен, на 100%. Бро. Бро, и я уверен. Бро, он тупо в меня... Он мне третью каску пробил. Бро, он пушит. Он пушит, бро, я не хочу МКшку проехать, бро. Да, он так уверенно бежал. А, там его тиммейт. У тиммейт есть. Бро, ну он прям мега уверенно бежал, я тебе должен сказать. Слушай, а каска меня-то не спасла, она ничего не впитала. Я забрал снимать. Ну я думаю, лутать можно даже не лутать. Да пошли залутаем, ёпта, мне нужно. Это тебе не нужно, и ты пятую каску уже нашел. Туда-сюда, ёпта, сделал. Да я пойду залутаю быстрее. Ты чё, хуй? Ну дай мне, ёпта, ну ты говнюк вообще целую катку, блядь. Оп, о, корячок, ема, хаешка, ема, жетон, о, да. Коряк 4х, дайте, нифига. Всё, пошёл в сраку, я с тобой общаться не хочу. Чиназ, у меня 379 вообще. Слушай, ну это прям вообще изи что-то с этой ММК-шкой проходить, это, ну, две тыки даешь и... Слушай, мне с пони Бадгера тоже приятно. Нам выпали зло, нам выпали на главу, алло. Так, хорошо. Мне бы как-то... Окей, мы, получается, что делаем? Пить бы броню какую-то, да? Дали два мифхи. Я просто гляну, что из них выпадет. Но одевать, естественно, мы их не будем, потому что мы... Как-то, ну, нечестно. Как-то будет, да. Так, хорошо. Мне бы как-то залутать 200 тысяч. Окей, мы, получается, что делаем? Чтобы я могу их просто... Знаешь, могу их просто по факту продать, и пусть идут на... Мне бы со скидочкой четвертую броню, блин. Конфигурация. О, четвертая броня со скидочкой сюда. Чиназос. И еще продать Хани Бадгер. Все, Чиназос. И у меня имеется полляма. Хорошо. Так, мне может быть что-то выпадет. О, касочка. Сразу по скидончику. Чина.
И, может быть, мне выпадет еще броня. Все, больше не буду. И еще выпало это... Окей, хорошо. Броня за 224. В принципе, окей, let's go, good job. Все, я full 4, в принципе. Very nice. Ну все, ты готов? Мы сейчас будем идти с тобой на самую, мать его... самую жесткую карту. Смотри, у нас будет одна попытка, потому что если мы сейчас до full 6 не поднимем, это будет не очень. Все, поехали. Let's go. Где мы? Класс! Это что? Вау! Это где? Ёб твою мать! Куда? На самом деле классный рез, бро. Нам, наверное, смотри, самый ближайший к нам. Нам нужно в шахту и ехать, понял? Ну просто вот, ну, прислушайся, к моему мнению. Вот нужно вот эту вот шахту на мою меточку. Стоп, а у нас же пластин нету. У меня есть. Ты что, охуел? Она шла, почему? Она шла в комплекте с четвертой броней по скидке. Блять, какая ты мерзость. Ну ладно, зато я буду честно идти к этому. Я тоже честно иду, ты что? Ты идешь их нечестно, мой друг. Ладно, будешь мне скидывать? Нет. А у нас же, кстати, здесь будут типули, бро. Мы хоть успеем первыми к этому, но будут спереди люди. Я просто тебе говорю, что там есть резко. Не-не-не, этот их нету, бро. Все, да, отлично, let's go, прыгаем. Супер. Оп. Нанс. Оп. Ага. Угу. 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 Найс. Спасибо, бро. Почему ты так долго был? Мы сейчас за тебя просрали время. Нас сейчас встретят просто и все, и оттракуют. Прости. Если нас убьют, ты мне скидываешь весь лут свой. Не убьют. Бро, прямо здесь могут типы быть сейчас? Нет типов? Нету типов. Берем. Быстрее, быстрее. Ха-ха-ха, засадь. Ты что-то такой радостный. Все, выходим. Слушай, ну мы уже на радейке. Мы очень быстро пришли на радейке. А нам нужно было пофармить типов вообще-то снаружи. Чтобы выбить из них плиты? Да. Это было бы умно, но ты у нас не умный, поэтому мы сделали как сделали. Ты не умный, ты спам херовый сделал. Ну ты реально, ты не умный, бро. Ну давай не будем. Профризил очень сильно. Так, бро, будь рядом, скидывай мне пластину и все будет very nice. Не будь рядом, бери у меня пластину и все будет nice. Бро, мы где? Все, бро, я пошел наверх лутаться, мне похер. Тогда я буду низ. Слушай, давай, может быть, сюда ангар? Слиток. Есть бро. Уже люди. Пойдем на файт. Только скинешь мне, и я это... Бро, у меня тип. Слиток. Слиток, слиток. Где? Убил. Хорош. Он соло, он красный. Огурчик. Собака, бро, не умирает. Бро, броня шестая, найс. Бро, мне очень плохо. Забирай мою четвертую, иди сюда, забирай мою четвертую, иди сюда, забирай мою четвертую. Давай. Бро, я шестой броник сразу же с первого. Хорош, погнали, теперь мы будем их разваливать всех. Пойдем. Бро, бежи, тип. Увидел? Вот здесь он. Смотри. Готов, если что, его выбивать? Конечно. Найс. Сразу здание чекай. Чекаю. Вот это мы его жестко, да, на припарили. Так, бро, гоу. Очень хорошо. Причем без инфу и так одновременно. Ну. Он выбежал. Ну что ты ушел? Ну мы же под мостом еще бежим. Бро, я вас прокидываю туда. Мост дал голову. Дал неплохую. Бро. Бро, пожалуйста. Ну что я делаю? Еще один там. Так, ну суп ты, ёбка. Почему ты побеждал туда как окунь? Не выход. А если бы я ног бы не дал? Бро, там красный горит. Я знаю, это наш. Ну я их обхожу. Пусть они внутри. Ты веришь, что они? Ну, в плане внутрь. Они ушли? Я не знаю, вряд ли, бро. Бро, у меня сзади по мосту бежит. Бро, у меня упор. Забрал. Добей. Красный. Гроза и 6. Ооо. Хорошо. Что? Гроза, вышка. Еще слиточек. Бро, здесь красный тип. Что? Мой дотек. Бро. Не подняли? В смысле? На мне очень много. Бро, ну добей его. Ну почему ты перестал зажимать? У меня же... Дал голову ему. Какой ты заебал. Тихо, молчи. Почему я на... Потому что я там не вижу. Я рассчитывал на тебя, а ты меня предал. Я рассчитывал, а ты меня предал. Заебнокаться, играй нормально, на. Мне надо только шлем, шестой я фул. 6. Там, бро, летят, там есть шестая каска, там есть шестая. Я бегу. Хоть не бат, я дерьмо не дам, вообще не дамажит.
Это реально вот дерьмецо, оно не домашнее. Бро, опасно, очень опасно, я... Успел. Бро, я убегаю назад, не похер. Я в крысу сел. Спасибо, что поднял, кажется, на себя. На мне, бро. Как? За заборинкой. Бро, я вообще не попадаю с кони-баггера. Бро, их очень много, и они все на мне. Бро, спаси меня, пожалуйста. Я упал! Все окей. Бро, ну вот он, блядь, он рядом с тобой, сзади. Ну, нет, Хони Бадгер не дамажит, Хони Бадгер не дамажит, просто не дамажит. Скажите, что ему, что МК-шку не сняли, прошу. Пожалуйста, пожалуйста, МК-шку не сняли. Пожалуйста, 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 МК-шку не сняли, прошу. МК-шку не сняли. Только броник сняли, ну похуй на него. Мне сняли пятый шлем. О, боже. И все? Это еще норм, это еще норм. Окей, окей, это очень плотная каточка была. Не дамажит Хони Бадгер, вообще, видел, сколько я челу дал? Броня, поехали на. Ну, мы номер два полетели. Так, ладно, окей. А у меня шлем где взять? Я не знаю. Выпади за... Ну ладно, я сейчас откручу, сейчас знаешь какой? Лотерейный билет, где может от первого до четвертого упасть. Вот, от первого до четвертого. 18 тысяч, бамс! Второй. Второй не хочу. Давай еще раз, бамс! Опять второй, второй не хочу. Еще раз, бамс! Второй. Давай быстрее. Последний раз. Бамс! Третий упал, хорошо. Вот честно, вот скажите, что делать в таких моментах? Вот у вас такое было, что вы делали? Я не знаю, Богу молились, на колени вставали. Как это можно вывести в целом? Так, где мы с тобой? Ага, в папе мира. Окей, тоже неплохо. Мамы далеко, бро. Я думаю, что все ок. Ну, мы первыми, естественно, точно не будем. Но попытаться что-нибудь сделать мы точно сможем. Мы бежим здесь куда? Вот вперед. Вот, да. Она просто. А может пешком? А может пешком до следующей? Пошли пешком до следующей. Куда? Если зачем? Базарю. Лучше пешком до следующей. Если базарю. Боже, гений. Просто послушай меня, просто послушай. Мы бежим. А мы с какой стороны вообще карты? Мы бежим вот сюда. То есть там, где типы. Так можешь сюда. Что? АФКшник? Да. Ну он, наверное, ботик какой-то. Но он фиолетовый, не знаю, что в нем было. Окей. В нем вообще ничего нету. Так, бро, давай. В центре стреляются и справа сверху у тебя стрелялись только что. Бро, опасно. Тогда мне сейчас могут снести кабину. Да, бро, бежит здесь чел. Еще один близко к туннелю бежит один. Очень близко к туннелю один бежит. Сейчас одного. Хорош. Димон минус. Еще сверху, бро, идет. Еще сверху. Увидел сверху? Да дамажу сверху, дамажу. Я что я сделаю? Вот и я. Крыса! Крыса, бро, упор крыса. Бро, ты ко мне не пробежишь прям, да? Ну как я это сделаю, скажи мне, пожалуйста, вот как? Ну, я сейчас умру тогда. И да, хае, и пытаюсь перебежать. А ты ему дал? Нормально. Что ты плачешь, маленький? Все у меня под контролем. Все у меня под контролем. Как он не взорвал, скажи мне. Тупой Степан, зачем я его послушал? Их пачка тут. Их тут миллион просто. Почему меня пачка? Убил кого-то. Фул 6 добил? Бро, я справа их, короче, я надеюсь, сверху тут нету, у меня никого. Бро, у меня здесь чел. Он один остался, и он вот здесь. Бро, прохожу справа, бро. Назад вижу, бро. Он пытался убежать, но он не смог. Дурачок. Собрал его. Да, его. Я тоже. Красненький. О, пожалуйста, шестая броня, пожалуйста, пожалуйста. Шестая броня и пятая. Что? Он сейчас вот здесь. Nice. У меня красный тоже горит. И что там? Шестая броня. Найс. Рюкзак. Nice, nice. Так у меня же была шестая броня, погоди, что это, радуйся. Найс. У меня была шестая броня. Все, в принципе, уверенно, все, теперь идем на радку. Просто уверенно идем, топаем на радку. Кстати, у меня плиту сняли, лол. Окей, прикольно, все, тогда идем. Зачем мне две шестых брони, объясни мне, бро. Шестая. Больше разве не должно быть трупов, здесь же было очень много файтов. Так, может быть, я не знаю. Все, погнали. Я пошел вниз, нам нужно идти на радейку и забирать наших налутанных дружочков. Мне не хватает только рюкзака с шестого. А мне только каски шестой, я тоже фул 6. Ну, уже very nice. Ну, слушай, в принципе, с МКшкой, вышкой, сталиком, что-то easy, что-то слишком легко.
Ну, мне вот нелегко ни разу вообще. Это для тебя отдельное как испытание, ты должен его пройти. Кстати, дверка откроется, прикинь, мы не успеваем чуть-чуть. Ну, мы сейчас до А доедем, и там будет прям... А ну как доедем? Добежим, я уже бегу. Хорошо. Брат, ты не в ту сторону бежишь. В смысле? Я в ту бегу. В смысле, посмотри на карте. Ну, нормально, я бегу, а ты в какую бежишь? Ты тоже не в ту сторону, значит, бежишь. Ты думал, что меня как-то обманешь, как-то возьмешь на понт? Бро, у тебя ничего не выйдет. Надо на арену Б, надо на арену Б. Нет, надо на А. Не-не-не-не, А говно. Мы в прошлый раз вышли, а А и сдохли. Бро, на Б далеко, давай на А. Не плачь, сука, не... Это не та дверь, это не та дверь, не рыдай, сука, не рыдай, пошли, блять. У меня голова от тебя болит, боже чел. Боже чел. Бро, люди есть, их очень много, их тут просто пиздец. Бро, и мы на А с тобой не выходили в прошлый раз. Дверь никто не открывал. Найс. А, бро, нам надо сейчас в сторону босса. Там, так они босса убивают, бро. Да. Давай через лево, не через главное, а через лево. Или через крышу. Через крышу давай. Бро, крыша через лево. Он соло там, бро. Навалимся. Давай навалимся на него. Дал молик ему. Он горит. Он сгорел, моя моль. Красный. Окей, стальной фронт, вышка, очень много всякого. При всякого у него слитки были не в сейфе. Ты можешь не лутать, моё, сука, ты ёбаная! Верни, сука, всё, что ты спиздил. Ты хуй, это мой. Это мой труп был, ты чмурик. Всё, пошли, быстрее на выстрел, бро, надо шестую каску найти мне. Боже, какой ты чмурик, ёбаная, никому не нужно, сука, мерзость. Всё, спиздил, нахуй. Поехали. Погнали. Извинись. Что? Иди нахер. Бро, ты бежишь слишком опасно? Нет, я все делаю правильно. Нет, ты бежишь мега неправильно. Это не выходит, блядь. Не выходит, бери метку, скарты свою. Они слышали наши выстрелы и не могли уйти. Могли. Ты куда, блядь? На какой канатке, сука? Бро, я знаю, что я делаю. Они вот здесь стопудово. Нет, бро, они там, сука, вдали. Боже, нахуй я за тобой поехал, идиота кусок. Гений, блядь, нашелся, нахуй. Бро, я в крысе. Ты что там же делаешь? Он у меня лутается. Он на выход ушел! Ну он ушел! Я же говорил, мы упустим! И кто кинул молик? Не я. Ну ясно, все, короче. Ну и пошел он на. Пошли на него, быстрее. Бро, он сейчас там снизу встретит. Давай, бро, мы сделаем это. Ой, дурак, блять, нахуй. Вот куда мы бы не шли? Готов? Не знаю, где он. Бро, это очень опасно и очень глупо. Бро, ну нахуй ты так делаешь? Ну ты упустил его! Ты мега убежишь. Давай на радку, там почти ничего не лутано было. Гоу. Ну, а что мне эта радка? Ну мне шестая каска убежал, нужна. Ты убежал и все, доктор, давай долутаемся, ты... Где я шестую каску тебе там найду? Ты даже... Ой, все, пошел нахуй. Я сам пошел. Можешь идти за этим типом нахуй. Пиздовать по всем полям нахуй. Мне похуй, я пойду лутать трупы, блядь. Верни ящики. Понял меня? Глэк, ёбный. Так, окей. Ящики залутанные. Трубчики. Вот, этот не... Ох. Слушай, мы очень долго на поверхности просто файтились. Я устал с хунибангером бегать. Ну а что ты, блядь, ходишь, нахуй, блядь? А что ты ходишь? Думал, это так все легко будет. Так, все, это у нас имеется. Посмотрим. Ага, я знаю, где ящик, где 100% не лутан. Только он не здесь, а в каком-то месте. Че у тебя вообще по выкладке? Сколько ты у меня напил? Вообще-то я все сам добыл. Вы... У меня лям 700. Лям 700, боже. Ты даже, когда у меня спит, у тебя даже меньше, чем у меня. Так, ящик, пожалуйста, давай мне слиточек или груду. Ага, все хорошо, это тоже неплохо, планшетик уверенно. Там у тебя все лутано? Да. Все, давай на выход. Уже? Ну да, а что ты еще хочешь? Вот если сейчас этот тип меня снизу закрысит, я твою... Да его я нет твой снизу, рот, его нет снизу. Понятно, ого, здесь просто типа крысили в этих катакомбах. Так, все, я выйду наружу, на выход, гляну чего да как. Нам все равно надо уже идти на выход. Вот, и у нас осталось, грубо говоря, одну катку нам осталось, бро. Я думаю, что следующая катка будет прям вот на ура. Мне еще не хватает шестого рюкзака. А у тебя тоже не фулл 6? Да, у меня не фулл 6. Мне не хватает. Тебе рюкзачка нет, маленький. Да, маленький. Так, все, здесь, в принципе, все пусто. Все, я поехал на канатке. Надеюсь, меня никто здесь не забьет. Так, все, погнали. В принципе, я выход вижу уверенно. Вижу выход, как говорится, не вижу препятствий. Крысят. На мне люди. Ну я в ахуе, блять. Ну они спереди на 80 где-то. Так это штурмовики, 100%, бро. Че ты здесь? А, блять, что? Что? Я не понимаю, это бот или это тип? Он тупо...
Забей, это бот. Бот по мне стреляет с 200 метров, нахуй. С 200, блять. Ну что ж, бывает. Ты сам мою ебучу, нахуй. Это просто пиздец. Фух, еще одна карточка. У меня босса убивают. Вроде ко мне. Ну я иду к тебе. Надеюсь, ты хоть выживешь, бро. Я, бро, жди меня. А я к тебе 100 метров осталось. Бро, где ты тут? Бро, ты можешь меня подождать? Хоть чуть-чуть. Фулл 6? Или кто это? Бро, я не молчу. На меня босс выбежал. Босс, походу, завалил типа. В натуре? Ну, я не знаю. Дал тебе хэ. И что здесь? Босс золотой! Что? Что? Ты прикинь, как бы сейчас этот тип бы... И что у него здесь? А что золотое у него тут? Бро. Как? Где золото? Что? 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 Бро, что? Это как? Он золотой, ты позвони. Это называется мега-тиль, да? Где, с кем он стрелялся? С ботом, наверное. Вот, 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 вот труп. Там труп бота, нет? Нет. На лестнице. Это труп пчела. А, ну что я могу сказать? Босс золотой, но золота в нем нет. Прикольно. Вау. Да ладно, я забрал с него золото. И что там было? Золотая зайга. В натуре? А. А, почему-то не выделялась. Я просто сразу потыкал весь лут и забрал золотую сайгу. Ну, впрочем, как обычно, ты ничего не заметил. Блин, даже для ролика похуй не дал. Она доработана на резку, увеличит скорость пули на 20% в слове. Ну, такой, да, наверное, чуть. Ну, прикольно. Так, хорошо, в лобби. В лобби. В лобби. Этот у нас есть момент. Черный рыночек. О, и изъять все. И добавить, естественно, то, что у нас как бы нету. Продаем два слиточка. Два слитка. Вот эти вот схемки. Вот эту вот всю штучку, кстати, нужно было переработать на боссе. Затупил. Ну ладно, ничего страшного. И продаем именно жетоны. Жетоны ваши мы собрали 6 штук за эту катку. Много файтились, но лутика, ну, как сами видите. И убрать, и, наверное, продать этот калашик. Потому что нафиг он, в принципе, здесь надо. Также у нашу МКшечку улучшаем. Броник наш, естественно, чиним тоже. И, в принципе, 4 пластины, которые в трупе. Что? У тебя 4 пластины? Ну, 4 вот эти черные пластины. О, кстати, 2 кейсика я забрал вот с этого. И что же нам оттуда выпадет? Черные мифические. Мега оружие, понял. Напоминает? Класс. Черные мифические пластины, я говорю, ничего не напоминает. Черные мифические пластины? Ну, которые я забрал, когда ты типа загасил возле босса. Ага. Какой ты хуй. Ты просто крыс, а ты прямо сегодня король крыс. Интересно, какой у нас сейчас рейс будет? Идеал. Идеально. Просто мы первые. Че, мы сразу сходу на арабку делаем? Ну... То есть мы будем самыми первыми. Хотя мы будем самыми первыми в центре всех событий, можно так сказать. Я думаю, будет весело. Ты готов? Я готов. Мне просто 6-я каска. Тебе просто 6-й рюкзак, да? Да. Че, давай фулл ратку, да, делаем? Без файтов, чисто фулл ратка. Все верно? А зачем нам ратка, если нужно 6-й рюкзак и 6-й? Бро, мы приходим на ратку самыми первыми, встречаем самых заряженных типов и гасим их. Да мы никогда их не встречаем. Мы в итоге сами бежим к ним. Не они к нам приходят, а мы приходим с самым типом. Конечно, мы перед ними. Ну, вот так вот, значит. Ну слушай, мы тогда можем тут где-то ждать наших типочков. Ты заебал рыгать, нахуй. Справа не вижу, на канатках не вижу, на горочках. Да вообще не никого вижу. Не видно, да? Это так странно. Ну ладно, я думаю ждать тут. Или сядем тут. Да ладно, пошли. Ха! Оп! Бро, мы их пиздим? Ну не очень далеко, я не знаю, бро. Ну не очень далеко. Ну ладно, все, давай тогда вратку. Гоу. Ну давай тогда. Я думаю, они к нам придут 100%. Из них сильнейшие к нам придут, бро. И сами к нам все принесут? Конечно. Абсолютно. Кстати, здесь могут типы сесть, приехать. Да. Бро, въедут. Там туда. Там туда пусто. Ванек. Проходим. Аккуратненько. Что там тупо пусто хуярил? Он ушел? Не, он за балками, бро. Уверен?
А ног добро, прикинь. Хорош. Я вообще не вижу, куда я стреляю, чтобы понимал. Но чё, ты не убил его? Так, я с Макином назад накину. Что это? Бомж? А, бро, это... Чё, проверим ластового, да? Мало ли там что-то будет. Бро, давай ты вход, чекай. Он уполз за краешек. Возможно, он тебе будет нас встречать. Дебил. Можете боты. Боты. Да пошли обратно. Это чисто маленький мальчик. Бро, там типа. Это те перебежали. Дал голову, бро, дал голову. Ну как я это должен контролить? Объясни мне, пожалуйста. Бро, я прокидывал сумаки. Идем. Я дал молик. Вперед. Я дал хай ему хорошую, заряженную. Окей. Дал тоже ему туда молечек. Аккуратненький. И еще раз один туда дал. Также дал ему хаешки. Бро, они еще тут. Бро, нам бы с двух сторон бы, да? Или едем? Едем? Нет, надо их закрывать. Бро, а почему ты тот вход бросил, блядь? Я забыл, что они связывающие. Здесь прям мега опасно. А я не знаю, надо как-то... Надо мне как-то проходить, но я... Я прохожу, по мне типа не стреляют. По мне тоже никто не стреляет. Что? Они ушли? Бро, они... С той стороны. Все, бро, уходим. Не пугай его. Я совсем их нет. Бро, ну что ж такое? У нас не получается сегодня убивать людей. Хорошо. У нас с него ничего не упало, ну почему так? Нарадку, мы можем сразу с тобой нарадку поехать, а не файтиться? У нас с тобой ты ничего сам, не выходит, потому что мы файтимся. Поехали, ты заебал. Лучшее поднятие золотого до +6. Ну ёбаный в рот, мы не можем ебаный рюкзак найти и шлем, блядь. Ты серьезно? Давай просто купим, блядь. Я за, бро, я за. Мы столько уже типа перехуели, блядь. Пустайся. Могут крысить, я фулбус. Пожалуйста, давайте без крысинга и всякое. А ты любишь слушать по наушнику? Которая входит в ушко тебе. Прям так? Она просто чешется. А-а-а, как она чешется. Хорошо фризит на М2. Ящик залутал. А ты иди лутай ракетку. Эту гребаную ракетку. Бомба пентар. Опа. Есть босс. На этом пока что нету. Ракета не лутана, да? Окей. Тогда я край не рюкзачочек вот крайне. Да. А ты прям спалился классно, но это лучше, чем МКшка. Согласен. Слиток. А, слиток. Блок. Ого, как он круто тапами его наваливал, да? Бро, я его снес. Ты двоих убил? У меня очень сильно залагало, и я забрал второго непонятно каким образом. Красный, бро! Шлем, да! И броня, ема, и всякие крутые штуки, которые я забрал. Пойду второго лутать. Так. Очень много типов. Обвесы крутые всякие разные. Ух. Давай босса заберем, бро. Бро, у нас тут типы. Давай, бро. Бро, давай, гаси его, бро. Гаси. А я не знаю, он где-то там, внутри. Давай, золотой. Добивай, чтобы золотой пан. Понял. Проходит. Бро, их тут очень много. Ну, бро, ну... Все. Сюда. МК? Сюда, чел. А, боже, пожалуйста, давай только не МКшку. Да мне бы хранилки. Боже, пожалуйста. Да мне бы хранилки. Почему мы просто не могли купить и закончить на... Ты можешь сделать ролик самое неудачное с нуля, да? Боже, нам просто не хватало... Мне просто не хватало рюкзака, бро. Мне просто не хватало бедного рюкзака. Я еще второй слиток проебал, да, походу? Ну, слушай, по факту, давай, если мы не будем учитывать рюкзак... Блять, все, иди в пизду, нахуй. Я еще раз открываю кейс. Ты не проебал? У меня остался понимание. Ну, я бы тоже открыл чисто ради прикола. Давай. Я добью суп до фул 6, нахуй. Давай, раз. Раз. Два. Два. Три. Давай, тужим.
ДБС, вышка. Аху. Вектор вышка. ДБС, блядь, я ДБС, нахуй, я ДБС. Так, рюкзак я купил. На шлем мне чуть не хватает, да? О. Ну все, ребят, в принципе, до Full 6 мы с вами добрались. В принципе, то такой вот ролик у нас вышел. Не смог я сохранить свое золотое оружие до последнего, но нам просто не хватало рюкзака. Я думаю, в целом, если не учитывать рюкзака, мы исправили свои задачи. Ну реально, сколько бы мы с тобой типа не убивали, ничего не падает. Ну, согласись. Согласен. Вот, поэтому всем огромное спасибо за просмотр. Ребят, надеюсь, кто-то это будет смотреть. Поставь лайк обязательно, подпишись на канал, и это будет держать, наверное, до конца моих дней. Вот, единственное, с чем справился, это Степа. Вот у него, видите, шлем есть, рюкзак есть, и ходи-баргер тоже есть. А эти хуйцы, которые говорили, пошли они. Всем пока.